Хорошо. Б, Б. Папик. Вот, папик. Вот это я люблю. Так, один плюс один. Так. Неплохо, неплохо. Неплохо. Так, а что здесь еще есть? Родня. Цветы. О! Нет, цветы. Но почему? Почему только 6 серий в день? Почему так мало? Ну это не порядок, не дорабатывает. Так, надо позвонить. Блин, зробить ширше поле, будь ласка. Один раз руку назад, послушайте. На вулиці. Да. Почему ширик? Почему только 6 серий? Почему только 6 серий? Святы в день. На 1 плюс 1. Владик, займись. Объясни им. Нам надо больше. Объясняешь. Ничего не хотят делать. Так. На Интере. Что у нас здесь? Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Хорошо, о советских сыщиках. Д'Артаньян и три мушкетера. Невероятные приключения итальянцев в России. Джентльмены удачи. Это обо мне и моих коллегах. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Гостей из будущего. Да, это из детства, можно сказать. Правильно? Правильно, еще из детства надо хохлов приучать к тому, что мы один народ. Мы великоросы, они малоросы, и они должны понимать, что у нас одни фильмы, одни сериалы. Вот. Но идут одни старики. Молодец, Интер. Молодец. Так, посмотрим. Так. Завтра была война. Мы смерти смотрели в лицо. Неплохо. Дорогой мой человек, игры взрослых девочек. Мерседес уходит от Покони. 17 мгновений весны. Это можно сказать обо мне. Я ведь тоже сыщик, разведчик. Я знаю все об этих мерзких саксах. Я в Саксонии работал. Много лет. Сладкая женщина. Неплохо, Интер, неплохо. Так держать. Надо объяснять хохлам, что они малоросы, и мы с ними один народ. Любовь на асфальте. Артист из Кахановки. Соломенная шляпа. Поживем, увидим.